Шалом, шалом! Поздравляю всех с Новым годом хасидизма! И с вами я, молодой спикер платформы Вайкра Леви Харпатин, с нашей ежедневной рубрикой «Мудрость Торы на каждый день». Божественное провидение. Сыновья Яакова отправились пасти его скот и начали думать о том, как избавиться от Йосефа, потому что они были уверены, что он несет им огромную опасность и лишит их спокойной и равномерной жизни. Тем временем Яаков отправил Йосефа к его братьям, и они тут же замыслили убить его. Именно благодаря такому желанию братьев Йосеф стал очень закаленным, смелым и отважным человеком. А в первую очередь он стал правителем Египта и смог спасти Яакова и всю его семью от голода. В таких ситуациях мы должны понимать, что далеко не все возможные моменты, ситуации, мы не можем их контролировать. И все зависит не от нас, а именно от Ашема, от Бога. И уже Он решает их дальнейший исход. А также, если нас кто-то предал, обидел, сделал моральный или физический вред, мы не должны ему мстить и даже думать об этом. Нет, об этом уже позаботится Ашем. И в какой это будет форме, это тоже не наше дело. Мы должны слушать и повиноваться Ашема, соблюдать его заповеди и чтить Тору, делать Тору. Благодарю за прослушивание. С вами был я, Леви Харпатин. Еще раз с Новым годом! Браха вецлаха, всем хорошей, удачной и счастливой недели!